То, что мы покажем в ближайшие несколько минут, можно назвать открытием во всех смыслах слова. Наверняка многие не знают о самиздате времен Великой Отечественной. Вот один из альбомов, который каждый в единственном экземпляре делали себе летчики, моряки и танкисты. Рисунки, фотографии, цифры, дневник, по сути. Такой же вели солдаты и офицеры, которые выздоравливали в госпитале под Коломной. Один из них оставил самое первое свидетельство о нацистском лагере смерти, где побывал и откуда вышел живым. Документ действительно уникален. Его нашли там, где не ожидали найти. Да и, наверное, не знали, что он вообще есть. Мои коллеги увидели его первыми из журналистов. Я помню лагерь в Собиборе. Это лагерь смерти. Я пробыл там 22 дня. Туда ежедневно прибывали эшелоны с людьми по 2000 человек в каждом. Их организованно уничтожали. Это рассказ человека, который стоял на пороге газовой камеры. В сентябре 44-го, когда был написан этот текст, о немецких концлагерях знали мало. Не было еще ни Нюрнбергского процесса, ни фильма «Обыкновенный фашизм». Советские солдаты еще не вошли в Освенцим. Еще дымили печи в немецких городах, названия которых мы знаем наизусть. Бухенвальд, Дахау, Заксенхаузен. Чтобы заглушить человеческие крики, немцы гоняли по полю 300 гусей. Трупы вывозили на вагонетках и сжигали. И здесь немецкая расчетливость проявляла себя. Женский волос собирался в мешки, человеческий жир в бочке. Автор этого текста – организатор восстания в концлагере Собибор Александр Печерский. Тираж – один единственный экземпляр. К тому времени Печерский успел повоевать в штрафбате. Был ранен и попал на излечение в госпиталь под Коломну. Его рассказ о Собиборе поразил даже фронтовиков и военных медиков. И они попросили его написать небольшую заметку в альбом госпиталя. Журнал, рассказывающий о жизни военной части. Когда госпиталь расформировали, журнал вместе с другими документами залег на одну из архивных полок. Информацию об Александре Печерском специально не искали к юбилею восстания в Собиборе. Тем более, что сам юбилей был несколько дней назад. Запись о нем обнаружили там, где ее не должно было быть. Среди тысяч коробок Центрального военного архива. Вот здесь хранятся миллионы дел. Специально найти этот материал было невозможно, но время от времени архивисты проверяют документы, которые у них хранятся. Никто не знал, что в обыкновенном альбоме обычного госпиталя на последних страницах есть воспоминания Печерского. Но аккуратные архивисты, проводя рутинную сверку документов, подошли к делу тщательно. И долистав практически до конца, увидев, наверное, даже не столько фотографию, а фамилию Печерский, а ниже слово «Собибур», вот здесь вот и стало понятно, что в руках у нас уникальный документ, свидетельствующий о подвиге советского офицера в годы Великой Отечественной войны. Это сегодня про Печерского слагают легенды и снимают кино. А тогда у него даже наград никаких не было. За плечами Вяземский котел 41-го года, плен, концлагеря и штрафной батальон. Но военные медики осенью 44-го не побоялись портрет штрафника поместить в альбоме своей части. А про Печерского так и написали. Офицер, который совершил героический подвиг. Кстати, сегодня, как раз в этот день, 22 октября, 75 лет назад, Александр Печерский окончательно ушел от лагерной погони и попал к партизанам. А само восстание в Собиборе он описывает так, как оно потом вошло в учебники истории и в энциклопедии. 14 октября 1943 года в 15:30 началось по составленному заранее плану уничтожение немцев. Было убито 11 офицеров, их убивали топорами. Мы бежали через проволочные заграждения и минированные поля. Бежал весь лагерь. Тогда Александр Печерский еще не знал, что бежали не все. 130 человек испугались и остались в лагере. Их всех расстреляли, а лагерь стерли с лица земли. Но об этом стало известно только после конца войны. Александр Лякин, Елена Штокова, Наталья Сидорова, Анастасия Берестенко, Первый канал.